Вот. Такой вот. Динозавр сделан он как слон. Не знаю его название, вот. Динозавр это или кто там. Такой вот он. Слон бодает, вот. Бу, как этот бык. Чтобы бодать, вот. Я думаю, что он реален. Таких размеров, как слон. Вот у него сзади вот такая вот. На голове вот. Спереди видно тоже вот это вот. Я не знаю, как оно называется, поэтому. Поэтому пишите, кто может, вот у него. Как у носорога еще на носу. Поэтому кроме как рога, у него как у носорога вот тут вот. Поэтому спереди почему-то. Вот так вот он просматривается, вот у него. Сбоку вот глаза. Но глаза на камеру видно плохо, потому что они одного цвета с лицом, они переливаются, но глаза в камеру смотреть очень хорошо можно, если присмотреться. Если присмотреться. Поэтому вот. Я думаю, что он вот такой вот будет. Хвост у него сделан большой и мощный, чтобы можно было кого-нибудь, если ударить, раздавить. Вот. Такие устрашающие лапы у него сделаны, как у слона, поэтому сверху он выглядит вот так вот. А снизу он выглядит вот так. Вот, по бокам он выглядит. Тоже я не знаю, как правильно его цвет называется, потому что у него такой цвет переливающийся, что сложно сказать. Но в целом он такой мощный должен быть, чтобы можно было и забодать, и на рог пустить, и просто растоптать. Вот. Я думал, он еще в реале такой огромный, больше слона там. В общем, страшный. Не хотелось бы мне в реале с такими встречаться. Поэтому, кто о нем что знает, пишите комментарии, ставьте лайки. Очень интересно узнать, что это вот, животное такое, а что вот это у него на голове вот такое вот.